Два варианта. По этому варианту, когда вы, у вас команда из пятерых активных консультантов, и у них у каждого по 5 человек. Раньше при таком раскладе доход составлял 6200 примерно, при заказе каждого на 5000 рублей. И здравствуйте. Да, проходите. Получался 105400 рублей в год. Теперь при таком же раскладе выходит 9975 рублей за каталог или 169575 рублей в год. И еще вариант. Это получается уровень менеджера 15%. При таком раскладе, когда вы на уровне 22%, вы 5 ваших консультантов активных, у них 5 активных консультантов и еще по 5 у каждого. Получается, каждый из ваших консультантов на уровне 15% и на уровне 22%. Раньше это доход был 30000 рублей за каталог или 510000 рублей в год, а сейчас это 38745 рублей за каталог или 658665 рублей в год.